Во Франции для тех, кто был признан виновным в домашнем насилии, вводится практика постоянного ношения электронных браслетов с геолокализацией. Система навигации отслеживает передвижение обидчиков и в случае их приближения к жертве, ныне безопасное для того расстояние, оповещает ее об этом. Система начнет полностью действовать на территории страны к концу текущего года. В настоящий момент администрация пенитенциарных учреждений уже получила 1000 штук таких браслетов, и они активированы. Франция берет пример соседней Испании, где подобные меры по защите женщин действуют уже некоторое время. В стране каждые 3 дня женщина становится жертвой домашнего насилия. И это только то, что попадает в криминальную хронику. О том, что реальные цифры тех, кто подвергается побоям и издевательствам, выше, говорят феминистки. Количество фемицидов за прошлый год увеличилось на 21%.